Почему закон остался не на стороне людей, выяснял сегодня и городской дозор. Пешеходов на Уралмаше буквально вытеснили на проезжую часть. Не нарушая нормативов, ТСЖ устанавливает забор, но перегораживает тем самым тротуар. Что важнее, жить по закону или по совести, разбирался Юрий Шумков. Огораживая свою территорию, ТСЖ выталкивает жителей соседних домов на проезжую часть. Другого пути для людей здесь просто не предусмотрено. За забором вскоре окажутся парковочный карман и тротуар. Поэтому соседи, естественно, недовольны тем, что путь до остановки, аптеки и школы им придется делить с машинами. Тротуара-то нет, и мы сейчас как кони по дороге ходим. Для нас это неприемлемо. Допустим, не только для наших домов вот близлежащих, вообще для всех. Еще свежие воспоминания об установке предыдущей преграды ТСЖ. С другой стороны дома заварили калитку. Идти в обход, особенно весной, теперь весьма затруднительно. Грязь. А люди обходят по этому дому, потом там обходят. Дети лезут через заборы, но это же вообще кошмар какой-то. Противники попробовали договориться с товарищами о переносе нового забора, но его собственники слышать ничего не хотят. Вы, говорит, всегда всю жизнь недовольны. И сказали, что ничего для нас они делать положительного не будут, отказываются. По словам работников ТСЖ, и карман, и тротуар являются частью придомовой территории. Не всем нравится, что и пользуется вся округа. Потом решение совета ТСЖ, этих жильцов дома, установить забор. Есть разрешение на установку забора, есть схема установки забора. И хотя забор товарищество возводит по закону, юристы видят выход из конфликтной ситуации. Жителям окрестных домов нужно обратиться в администрацию Екатеринбурга и попросить установить публичный сервитут. И уже путем проведения публичных слушаний они вносят постановление либо об отказе в установлении публичного сервитута, либо они все-таки устанавливают публичный сервитут, и тем самым они обяжут ТСЖ либо сдвинуть забор, либо установить какую-то калитку, чтобы, возможно, был свободный доступ третьим лицам для пересечения данного земельного участка. В обращении в администрацию юристы рекомендуют обязательно подчеркнуть, что при данном межевании возникает угроза жизни пешеходам, а ведь чиновники в первую очередь должны обеспечивать безопасность горожанам. Юрий Шумков, Иван Арапов, Городской дозор.